Всем привет, ребят! Ну что, настало время добить еще двух недостающих нам героев на десяточке. Это Гаргул и также Одержимый. И так у нас, в принципе, по чуть-чуть, все меньше и меньше остается недостающих героев. Розу мы тоже, думаю, скоро соберем. В общем, вот такой вот трешечок у нас сегодня. Мы также сейчас прокачаем питомцев, потому что пэтов надо качать. У меня они, кстати, есть, но мы их не качали. Мы остановились на волне S, на том, что реально нам надо немножко отхила, а у нас его не хватает. Поэтому мы сегодня питомцев сейчас быстренько подкачаем. У нас есть чем качать. Куча колбочек с маной. Поэтому тут длительной запары не будет. Так, сначала качаем пэтов на отхил, они нам, скажем так, важней, и все остальное. Так, отлично, 17 уровень. Оп, плюс 325 сила. Отлично. Кто там у нас следующий из питомцев? Рудольфик. Да, он посильнее будет прокачан. Ну, в общем, питомцев здесь тоже не проблема достать. Сейчас их начали продавать полным ходом. Это тоже не есть проблема. В принципе, здесь вообще все не проблема на этом сервере. Так, отлично. Рудольф подкачался. Панчбокс. Панчбокс у нас тоже неплохо сейчас будет подкачан. Тоже обалденный. Даже мы сможем его сейчас в самый топ качнуть. Ну, почти, наверное. Вот так вот. Десяточка по чуть-чуть растет. Шестая таблетка у нас уже открыта. То есть уже, по сути, у нас меньше головника с прохождениями будет. Так, отлично. Остальных я потом питомцев докачаю. Сейчас интереснее докачать таких самых востребованных, скажем так. Ну, мне отхил нужен. Так, отлично. Ничего себе, нормально мы так панча подкачали. Вообще отлично. Так, Рудольф. Дальше нам надо подкачать. Сейчас мы обычных качнем еще. И попробуем тестануть.
Такс. Панчбокс, Рудольф, этот хил. Давайте еще слона качнем. Тоже очень нужный пад. Ну, 2500. Давайте теперь попробуем ради интереса. Я ничего не менял с прошлого раза. Волну S. Посмотреть, как у нас будет теперь обстоять дела с прохождениями, с питомцами немножко уже подкачанными. Атлант как шатал, так и шатает. Но от хила, как видите, уже в разы больше. Это уже радует. Так, отлично. А что отличного? Как сливались, так и сливаемся. Ну, так-то вроде неплохо от хила. В десятки раз больше. Это, конечно, радует. Так, понятно, тут мы вынесли здание. Давайте еще попытку. И пойдем собирать уже следующих имба-героев. Так, ну давайте, давайте, давайте. Да, отхила отлично. Отхила вопросов теперь нет. Блин, эти орнитоптеры такие медленные. Так, хорошо, S2. Отлично, S3. Была бы воодушка на фене, он бы сразу включался. Когда герой приближается, вообще проблем бы не было. Так, немножко разбежались, но в принципе нормально, терпимо. Посмотрите, у меня герои сейчас вот S4, и у меня все герои живы. Это говорит уже о чем-то, что реально питомцы спасают конкретно причем. S5. Ну что, ребят? Истина, истина. То кого? Ну, по-моему, все. Волна S пройдена над драконами 20 уровня. Ну, конечно, питомцев пришлось качать. Ну, налегке, в принципе. Видно разницу. То есть так, чтобы вы понимали, вот в чем разница питомцев, насколько они имбово добавляют вашим героям прирост. Так, отлично, волна Т, может еще и Т затащим, кто его знает. Конечно, это не точно, но все может быть. Т2 пройдено. Ну, у нас остались там таблетки только. Я думаю, тут уже не вариант опять. Либо засесть на очень длительное время. Но все же посмотрите, что делают. Вообще красавчики. Т4. Отлично. Ну и Т5, сразу же два дракона, не знаю, мы их, наверное, скорее всего, не сможем убить, потому что они снесут таблетки, вот так вот, они нас просто с плюшки унесли. Окей, на потом оставим, главное, волну С прошли. А, поехали собирать героев. Одержимый, лава 1. Вот такой вот у нас составчик будет, попробуем, конечно, с кем-то скооперироваться. Я надеюсь, кто-то здесь есть, кто-то здесь бегает, и мы сможем пройти ее. Я на это надеюсь. И нам не придется включать нашу основу.
Тут все такие же, как и я. Нет, тут есть посильнее. Да, блин, чё вы бегаете туда-сюда? Успокойтесь. Вот бегают, 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 бегают. Всё никак не успокоится. То чувство, когда там у тебя там 160, и они смотрят, а у чувака там огник 20 уровня стоит, и герои 20 уровня. Это просто жесть. Да запарили. Вот вам рандом, ребят. Печалька. Second chance. Ну, давай second chance. Да что такое-то, а? Просто жесть. Кидает этих рандомных. Они смотрят, там чувак 20 уровня. Хочет что-то сделать. Ладно, давайте дальше пойдем. Давайте на вторую сбегаем пока. Может, тут народ есть. Я ради интереса зайду сейчас с планшета, со своего аккаунта. Я надеюсь, тут не этот аккаунт. Он сейчас не выбьет. Нет, тут не этот аккаунт. Так, смотрим. Шанс слива, ребят, как обычно, минимальный. Но смотрите, мои герои держатся. Все-таки скины тащат. Может, и сможем в рандоме отбегать. Как-то даже налегке. 65 осколков, отлично. Давайте на третью попробуем. Боятся, боятся все на третью лаву сводить нубика. Вот пойду с такими же нубиками, как сам. Чего бояться? Вот я не могу понять. Все равно же затащим с моими имбо-героями. Это странные люди. О, нормально. Ну давай, вставай, вставай. Сводите мелкого, да? Видите, насколько без донатом сложно видят без донатного человека с огником и боятся. Да ведь все просто изи. Так, отлично. Что у нас осталось? Только первая лава. И одержимый у нас будет собран. Ну, нормально. Хоть нормальные парни попались. Не бегуны.
Ну вот и все. Плюс один герой у нас есть. Поехали, сразу же будем на мясо собирать следующего горгула. Лука Кииска. Ничего себе, ну и ник. Веселые парни, однако. Так, первое есть, плюс 35 горгула. Как видите, в рандоме можно свободно бегать. Мясо 2. Поехали. Тут как-то тоже очень быстро все получилось. Место 2 налегке. Так, ну и место 3. Ой, это место 2. Место 3. Так, отлично. Мои два красавчика. Тут тоже, в принципе, думаю, без вопросов все будет. Что там герои живы. Вот так вот, ребят, сделали мы плюс 2 героя недостающих. Нету много места, ничего себе. Захламили все прям. Давайте немножко места добавим. Итого у нас 69-86. Сейчас будет 71. Отлично. Так, Гаргул. И одержимый. Плюс 2 героя. Осталось 15 недостающих героев. Немало. Влада Дракула нет. Это жесть. Дракоса. Смешно, конечно, глядя на такой алтарь, но реально. Так, а ну-ка давайте попробуем. Может, тут имба выпадет. Бум! Дерево. Дерево у нас уже есть. Так, хороша, хороша, хороша. Поехали сюда. Сразу же поставим какие-то им талантики интересные. Ну, можно, в принципе, сюда вот этот поставить. Даже вот так вот. Каменка. Ну, каменка можно на одержимого. Бастион. Давайте на водиробаст поставим. Бум, ракушка. Ладно, пусть остановится пока так. Качаем им сразу. 10. Плюс 789. И качаем Гаргула то же самое. Вот так вот, ребятушки. Прокачались мы дальше. Прошли волну, качнули питомцев, получили плюс 2 героя, что еще надо. Все, будем скоро качать уже дальше силушку. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.